Следующий журнал находится здесь. Quincy Ruins. К сожалению, не совсем здесь. Он находится наверху, отсюда даже не видно. На мостах. Но телепортируемся мы в эту точку. Он находится там наверху, на мосту. Там база бандитов. Первое, что нам надо делать, как мы здесь оказались, подниматься, подниматься, подниматься. Вот прямо здесь, недалеко от точки телепортации есть... Лесенка, можно начать с нее, но, в принципе, можно даже не придерживаться особого правила. Наверх, наверх, наверх. На любую лестницу и наверх. Там есть церквушка, недалеко можно подняться по лестнице церквушки. Наверх, 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 наверх. Нам нужно на этот мост. Но это не все. Нам нужно на верхнюю часть моста. Благо, здесь мост разрушен и упал так, что достаточно легко подняться. Вот церквушка, если ее увидеть. По ней, у нее тоже есть лесенка, и ее видно издалека. Вот здесь можно достаточно просто пройтись. Поднимаемся сюда. Вот мы на самом верху. В районе этой точки, где вот стоит эта башенка, вот эта вот коробка, вот эта вот броня. И мы идем сюда. Компьютер. Guns and Bullets. There we go.